автосалоне в Париже были представлены универсалы Dacia Logi и Docker во внедорожной модификации Stepway. Обе модели сделаны по традиционному рецепту, который был использован при создании Renault Sandero Stepway. Он включает в себя более агрессивный дизайн с накладками из черного пластика в нижней части кузова, металлическую отделку зеркал заднего вида и рейлингов, а также эффектные 16-дюймовые колеса. Ну и плюс особый синий цвет. Он будет доступен только для версии Stepway. Также, скорее всего, модели получат слегка увеличенный дорожный просвет.